О, господи. Берегите себя, он так хорошо поет. Дорогие, родные, все, что происходит, это происходит с вами. Но это происходит несерьезно, потому что все это от большого ума. Вот, теперь я вам покажу, как это происходит от большого сердца. Смотрите, это мой друг, зовут его Несурмин, ему 1 000 000 лет. В этом году исполнилось, мы отмечали, был удивительный праздник. В чем его особенность? Ему дуют сюда, я. Он делает большие печальные глаза и начинает петь. Вот, в принципе, вот это закон сохранения энергии этого существа. Сейчас мы вам продемонстрируем, как это происходит. Ибо я думаю, что нет ничего интереснее, чем процесс, а не слова. Итак, что-нибудь такое из классики. Бусинка янтарная в небе голубом. Пусть проходят дождики и сверкают молнии. Мы с тобой за солнышком рядышком идем. Конь очень гордый, умный кобра. Пес самый верный, слон самый добрый. В сторону солнца взяли дорогу. Дружбы секреты, дружбы до крови. Summer baby, please don't you cry. While this morning you're gonna rise, singing, you wanna spread your wings, and this morning it's crying. Свободы. Свобода, свобода и независимости, внутренней независимости. Я хочу вам пожелать много солнца, неба яркого. Я хочу вам пожелать счастья. Я хочу вам пожелать медуз. Я хочу вам пожелать коралловых рыбок, которые засыпают в лучах заката на необитаемых островах. Я хочу вам пожелать романтики, любви и чистого грибного дождя. И чтобы никто из вас никогда...